Друзья, доброго времени. Хотел бы поделиться словом. И первое, это притча, 17 глава, 17 стих. Писание говорит: друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья. И на самом деле, то, что я увидел в жизни, что каждому из нас, нам реально надо учиться быть друзьями, чтобы мы могли расти в этом, потому что друг, он важен для каждого из нас. Мы видим в Писании, у некоторых людей были друзья, которые помогли просто и принесли к Иисусу четверо. У кого-то не было друзей, и он даже не мог просто получить свое исцеление в Ефезде. И то же самое с друзьями. Друг, он может помочь нам войти в призвание, войти в предназначение. Мы можем помочь кому-то, когда мы являемся другом для кого-то. Интересно, Иисус в Евангелии от Луки, 6 главе, 31 стихе, он говорит: «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними». Я думаю, что это одно из важных качеств, какими мы должны быть друзьями. Мы должны искать в отношениях вот этой открытости, честности, ну, каких-то поступков по отношению к людям, так же, как и мы хотим, чтобы к нам поступали. И тогда мы на самом деле сможем расти в дружбе, и тогда рядом с нами будут хорошие друзья, и мы будем являться помощью для кого-то, являясь другом, хорошим, добрым, верным другом. Благословений вам, вашим домам и семьям.